Губернатор посетил площадку строящегося Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии. Сергей Морозов выслушал подробные доклады организаторов строительства. Главу региона интересовал ход выполнения работ. Из 9 основных строительных объектов первым будет сдан самый крупный – протоновый корпус. Фундамент для него уже готов. Сергей Морозов напомнил всем участникам стройки о жестких сроках. Раньше можно выполнить, позже нельзя. Все, кто будет позже выполнять эти работы, значит, будут уволены. Чтобы у нас к концу 2013 года объект был подключен к стене. Следующий объект, внимание, руководство области ТЭК и ЖКХ города. Сергей Морозов посетил котельную номер 16. Специалисты продемонстрировали отделение водоподготовки, а также узлы учета топливно-энергетических ресурсов. Глава региона ознакомился с работой диспетчерского пункта и программой компьютерного учета, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать точное место аварии и сокращает сроки ремонтных работ. Татьяна Баловнева, Евгений Ерофеев, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.